Раз в год учителя Ленинского района собираются вместе на большой праздник. На втором этаже Дворца спорта каждый желающий мог сделать маникюр или прическу. Стилист Евгений Кулик уверен, учитель должен быть красивым. Она же пример для подражания. А в зале уже начиналось торжество. Открыл мероприятие гимн учителям в исполнении хора Видновской школы номер 5, к которому присоединились педагоги и воспитанники детского сада номер 9. Зал был наполнен педагогической командой Ленинского района. Это и школьные учителя, и воспитатели детских садов, и педагоги дополнительного образования, а также ветераны. Именно их отметил в своем поздравительном выступлении глава района. Я хотел бы особые слова благодарности выразить нашим уважаемым ветеранам педагогической отрасли за тот опыт и те традиции, которые вы передаете молодому поколению учителей. Валерий Венцель наградил почетными грамотами Министерство образования Московской области учителей, чей добросовестный труд и успешная работа помогают взращивать новое поколение граждан нашей страны. Бондаренко Татьяна Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Развилковской школы с углубленным изучением отдельных предметов. На торжественном вечере были вручены денежные сертификаты победителям районных конкурсов «Лучший по профессии», «Лучший учитель-предметник» и «Педагог-наставник». Благодарственные письма от Московской областной думы за значительный вклад в развитие образования учителям вручил представитель регионального парламента Владимир Жук. Вы, учителя, педагоги, закладываете в нашего ребенка не просто знания, не просто объем информации, а делаете из него человека. Современная школа позволяет ребенку всесторонне развиваться. Уроки, благодаря творческому подходу учителей и их любви к предмету, становятся интереснее, насыщеннее. Мы все делаем для того, чтобы дети интересовались историей, интересовались общественной жизнью, потому что общество знаний вообще предмет напрямую связан с нашим обществом, с государством. А не знать историю своей страны – это постыдно, поэтому мы всегда об этом им напоминаем и стараемся преподавать и вести свои предметы интересно, занимательно. И в школах Ленинского района работают именно такие учителя, которые, подобно Татьяне Митрофановой, подходят к своей работе с профессиональным интересом. Их уроки ученики запомнят на всю жизнь, а знания будут применять. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.